Клаб К. Мобильный, компактный, самое главное, российский ракетный военный комплекс. Друзья, ссылка на источник находится в описании под этим видео, а я вас приглашаю в наш очередной экскурс. Ну что же, кто не был в армии, тот не понимает жизни. Вот лично я армию прошел, и теперь я понимаю жизнь. И последний гвоздь в гроб противоракетной обороны любого вероятного противника – это, конечно же, Клаб К. В этом контейнере, прошу ваше внимание на экран, не какая-то там очередная партия китайских игрушек или очередная партия африканских бананов. Дело обстоит куда намного сложнее и куда намного круче. Всего за какие-то там 3 минуты этот невзрачный на первый вид контейнер способен перевоплотиться в суперсовременный военный ракетный комплекс, который звучит под таким необычным названием, как Клаб К, и который способен выпустить в противника десятки умных, разумных, продуманных крылатых ракет. Но, друзья, самое главное преимущество этого инженерного сооружения заключается как раз именно в том, что такой ракетный комплекс практически невозможно отследить, вы понимаете? Практически невозможно отследить. За это на Западе, то есть в военной секретной аббревировке НАТО, его окрестили, его прозвали неуловимым мстителем, вы понимаете? Его уникальность в малой габаритности и пусковую установку, и даже элементы управления российские ученые, военные инженеры расположили в самом обыкновенном на вид 12-метровом контейнере. И они, эти российские ученые, и они же, эти российские военные инженеры, совершенно не старались усложнить комплекс какими-то там новыми техническими и усложненными решениями. Наоборот, они взяли все самое лучшее из всех предыдущих наработок прошлого ракетного опыта. Этот комплекс, друзья, размещается вдоль береговой линии или, например, морской границы. И при всем этом вряд ли кто-либо догадается, что в этих самых контейнерах находится боевое смертельное летальное оружие, тем более оружие, сделанное по последнему слову техники. Далее это еще не все. Комплекс способен уничтожать и наземные, и надводные, и уж тем более, разумеется, воздушные цели. Его характеристики поистине уникальны и неповторимы. Крылатая ракета способна двигаться со скоростью, которая в 3 раза, то есть 3 маха, превышает скорость самого звука. А также данной ракете можно задавать очень сложную, непредсказуемую, извилистую траекторию движения и, разумеется, самого полета. Головка самонаведения позволяет военным обеспечить прямое и точное попадание практически в любую заданную и намеченную цель. Вот такой вот, друзья, интересный военный ракетный комплекс. Вот такое вот, друзья, очередное военное ноу-хау. Или, проще говоря, Клаб К.